Сейчас рядом стоит человек, хочет его снять на камеру. Без определенного места жительства. Харизматичный довольно. О, камера. Супер. Окей, рва. Человека камера наблюдения. В общем, он не боится оставлять свои вещи. По-другому быть не может. Я уже сколько, примерно час, наверное, в Париже. Метро не пользовался. Потихоньку двигаюсь в сторону Эльфелевой башни. Еще я, возможно, если получится, то возьму экскурсию на двухэтажном автобусе по Парижу. Полиция. Так, сейчас нужно аккуратно перейти дорогу, чтобы полиция нас не палила. Довольно интересные картины выставлены. Вон моя цель. Травки бегают кролики. Это здание называется Дом инвалидов почему-то. Но здесь какой-то военный музей расположенный. Располагаются некоторые люди. Почему-то сидят здесь, а некоторые сидят на газоне. Кому где больше нравится. Вот она, Эльфелевая башня. Здесь такая поляна получается. Здесь сидит куча молодежи на траве, очень много людей сидит. И я вижу, на башне еще ходит лифт. Может быть, я поднимусь еще. А может, и не поднимусь. Все, теперь я побывал в Париже. Увидел Эльфелевую башню. Покатаюсь на колесе обозрения. Завтра, может быть, схожу, посмотрю на Лувр и проехать на пароходе. Такие планы у меня на Париж. Мне так жалко, что я туда не попал, капец. Тебя снимаю на камеру. На фоне Эльфелевой башни тебя снимаю, короче. Будешь говорить всем, что ты был на Эльфелевой башне. В онлайне, да? Вблизи, мне кажется, вообще огромная. Охренеть. Thank you.
Сейчас 12 ночи примерно. Видимо, я уже не успею приехать к машине ночевать. Придется как-то кантоваться здесь. Может быть, найду где-нибудь ночлег. Сниму хостел или отель. Много очень туристов снимают Эйфелеву башню. Такие стоят туалеты. Только они почему-то не работают.